Здравствуйте, зрители и подписчики. Сегодня 27 апреля 2017 года. 25 была первая попытка выхода роя с улья. Вчера также они пытались выйти. Но вот сегодня погода солнечная, тихая. Тепло на улице. И вот свился все-таки роек. Думал, он и сегодня будет ложным выход. Но все-таки рой свился. Роек неплохой, я думал, меньше будет. Пчелы хорошие, так что я этот рой посажу. Вот он такой у нас рой. Думаю, килограмма на 3 потянет. 2800. Ну, около 3 килограмм будет рой. Сейчас я его буду струшивать. А вечерком мы его посадим в новый улей. Потом уже материнскую семью через 10 дней проверим, оставим матку одну, все уберем лишнее. И все. Роек довольно приличный. Я думал, меньше будет, так что будем сажать. Пытаюсь установить камеру, чтобы снять можно было, как я снимаю рой. Сейчас вот поставлю. Так, наверное, нормально видно будет. Все, будем сейчас снимать рой.
Вот я понемногу рой струсил. Сейчас он садится у нас в раевню. Сейчас пойду запалю дымар, чтобы подогнать их немного. Thank you.
собираем молодых пчел, не способных летать толком. Вот наш райок понемногу уже почти весь в районе. На земле почти ничего не осталось. Что пособираю, где молодые пчелы. Случайно прижал пчелу, под ногтя жало загнало. Так кусает, так не очень больно, а под ногтя больно. Такая у нас семейка. Сейчас вид изнутри снимем. Задел затвор на камере, сбил немного. Фотоаппарат уже плохо снимает. Так что будем вторым кадром записывать. Вид изнутри снимем сейчас. Не знаю, как там получилось, видно, не видно. Райок довольно неплохой. Вечерком будем его заселять. Пчелки такие, хотя и не культурные, не карника, не баскос. Не знаю, что за порода вообще, помесь местная. Ну, довольно спокойные. В тот раз они на меня напали 25 числа. Холодно было, ветер, и я взял свежий китайский костюм для пчеловодов. Он имел какой-то запах. И тогда пчелы немного напали. Но вот сегодня, перед тем, как снимать рой, я думал, он опять не привьется. Пошел в гараж, заливал бензин, бензопилу с маслом. Руки пахли бензином. Я их натер котовником, и пчелы вообще не обращают внимания даже на запах бензина. Вообще они уже привыкли. Часто делаю, что в гараже и с пчелами занимаюсь, запах остается и на руках, и на одежде. Но вот такие пчелки не очень зловливые при хорошем настроении ихнем. Ну, когда у них нет настроения, лучше к ним не лезть. Не дадут подойти даже. Вечерком этот райок мы заселим. Заселение, думаю, будет поинтереснее, чем снятие.
На этом будем заканчивать. Буду загонять уже их и закрывать. Дальнейший процесс не буду снимать, так как еще посижу, чтобы уже слетелись все до конца. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До свидания.